Так, хорошо. Что мне нужно? Ох, Джейк такой красавчик! Да чего же я его люблю? Когда-нибудь я точно выйду за него замуж. Скорее бы. Я знаю, мы будем очень счастливы. Что она там делает? Какая она все-таки странная. О, Джейк такой милый. Я так сильно его люблю. Когда-нибудь мы точно поженимся. Скорее бы. Я знаю, мы будем счастливы вместе. Стоп. А что она здесь делает? Воу-воу-воу. Перестаньте драться. Это можно решить только одним способом. Я точно выиграю. Это будет здорово. Окей, давай откроем их вместе. О, это стейк. Не мое, если честно. Вот, ловите. Приготовьте это для меня, пожалуйста. О, да, прекрасный кусок мяса. Мы размягчим его, чтобы он стал еще лучше. А теперь воспользуемся вафельницей. Да-да, хотя мы и не будем делать вафли. Дадим гаджету время поджарить стейк. Вы чувствуете этот восхитительный аромат? Этот стейк будет невероятно вкусным. Ура! Я закончила готовить мой стейк. Пожалуй, надо добавить гарнира. Вот так. Выглядит чудесно. Я отличный повар. Что ж, ладно. Думаю, я тоже могу попробовать. Что такое? Смотри, дождь из стейков. О, мы можем приготовить этот стейк для вас. Просто насажу его на шампур. Кажется, готово. Ау! О, у, горячо! А, полагаю, мой стейк готов? Ну и видок. Похоже на кусок угля. О, наши стейки исчезли. О, этот выглядит не очень. Лучше попробую этот. Отрежу небольшой кусочек. Этот стейк восхитителен. Я сделала его специально для тебя, Джейки. О, думаю, я должен теперь попробовать это. Ох, как мерзко пахнет. Нет, я не хочу даже пытаться. Мне так стыдно. Так тебе и надо. Я хочу открыть первый. Ух ты, какая аппетитная курица-гриль. Вау. О, извини. Что ж, тогда я открою свою. У меня яйцо? Желаю удачи. Я знаю, что делать. Использую этот золотой слиток. Думаю, мне понадобится два. Добавим золотой пыли. Да, теперь у меня золотая курица. Выглядит супер. Попробую это переплюнуть. Что мне делать с этим яйцом? О, я знаю. Мне понадобится свеча. Положу яйцо обратно. Хорошо, теперь нужно просто зажечь свечу. Черт, спичка-то использованная. Ладно, я могу тебе помочь. Я никуда не хожу без позолоченной зажигалки. Ух ты, такая красивая. Спасибо. Окей, зажигаем свечу. Идеально, как раз то, что нужно. Теперь берем яичко щипцами и держим его над пламенем. О, что ты делаешь с яйцом? Выглядит отвратительно. Оно совсем черное. Достаточно. А теперь кладем его в стакан. О, смотри, оно блестит. Вау, оно стало серебристым. Как ты это сделала? Ну, неважно. Все равно без меня бы ничего не вышло. О, они уже у Джейка. Интересно. Пожалуй, начну с золотой курицы. Выглядит нежный и сочный. Здорово! Люблю хорошую жареную курочку. Ура! Ему нравится! Я гений кулинарии! Ладно, пора попробовать это серебряное яйцо. Выглядит реально круто. Не терпится его съесть. Думаю, надо стучать посильнее. О, внутри оно сырое. Его вообще не готовили. Ох. Как неловко получилось. Просто обожаю мое колечко. Хватит хвастаться. Открывай. Ха! Там ничего нет. Удачной готовки. О, смотри, пицца. Ну кто теперь смеется? Откроем коробочку. О,
Такая большая, с пепперони. Ничего себе! Надеюсь, у меня тоже пицца. Ха! Не повезло тебе! Что это? Тут можно увеличительное стекло. Крошечная мини-пицца, мини-сыр и мини-колбаса. Ух, поверить не могу. Приятного мини-аппетита. А теперь извини, мне пора заняться вот этим. Открою мою шкатулку для украшений. Начну с золотых цепочек. Разложу их поверх пиццы вот так. Класс, уже смотрится здорово. Добавлю красивых брошек и самоцветов. А теперь самое главное. Огромный изумруд. Поместим его в центре, разумеется. Вау, столько украшений на пицце. Что ж, займусь моей. Мне понадобится пинцет. Окей, вот основа мини-пиццы. Положим на нее мини-пепперони. Думаю, все три поместятся. А вот и крошечный сыр. Хорошо, что у меня есть мини-терка. Приступим. Этот сыр в самый раз для маленькой пиццы. И даже еще кусочек остался. Посмотрим. Солнце светит? Да, отлично. Яркое и теплое. И вновь пригодится увеличительное стекло. С его помощью солнце быстро растопит сыр. Только посмотри, уже слюнки текут. Неплохо. Но пицца все равно крошечная. Это еще не все. Вот для нее мини-коробочка. Положу пиццу внутрь и закрою. Обе пиццы отправляются на стол к Джейку. О, похоже, теперь время пиццы. Начну вот с этой большой. Ха, на ней куча украшений. Просто свалю их сюда. А что такое? Я чуть не съел золотую цепочку. Да ей конца нет. О, эта пицца несъедобная. О, нет, ему не нравится. Окей, откроем эту коробочку. Хе, реально маленькая. Ладно, это лучше, чем ничего. Вау, эта мини-пицца такая вкусная. Да, маленькая да удаленькая. Ух, подумаешь. Хорошо, давай опять вместе откроем. Ух, банкноты и золотые монеты. Обожаю деньги. Ах, как здорово пахнет. А у меня фруктовый джем. Ха, надеюсь, ты довольна. А я займусь покупками. О, целый торт. Неплохо. Что же делать? О, придумала. Посмотрим, сколько у меня денег. Извините, на это можно что-то купить? Вот. Думаю, вам это больше нужно. Ха, он думает, что ты совсем нищая. На, держи. Хорошо, украсим этот торт. Начну с банкнот. Положу их в несколько слоев. Воу, сколько тут денег. А теперь добавим золотые монеты. О, одна монетка осталась. Она мне не нужна. И последняя банкнота. Готово, мой торт такой классный. Но, а у меня есть кусок жареного хлеба. Разве можно его сравнить с моим тортиком? Сейчас посмотрим. Возьмем джем. Пахнет очень даже аппетитно. Окей, берем нож и мажем джем сверху. Сделаю все ровно и аккуратно. Вот, смотрится замечательно. Неужели? Ты это серьезно? Ты с ним ни за что не выиграешь. Что тут у нас? О, похоже на торт. Зачетно. Откушу кусочек. Я не собираюсь есть бумагу. Нет, уберите это отсюда. Но разве деньги могут не нравиться? Что? Всего лишь тост с джемом? Ну, думаю, можно попробовать. Ух ты! Неожиданно! Это самый вкусный тост на свете. Что? Так нечестно. Какие из этих блюд вы попробовали бы на месте Джейка? Напишите в комментариях. Не забудьте поделиться роликом с друзьями и подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе всех новинок.